Для любителей сладкого с чувством юмора в одной из пекарен немецкого города Байрут появились пончики с вакциной. По словам владельца пекарни, новинка стала настоящим хитом после того, как публикации в социальной сети попали в поле зрения журналистов. По его мнению, такой подход в это непростое время вносит позитив и помогает двигаться дальше. Ich denke, ich muss mit Schoko.